какие-то классные вообще жучки. Страшноватые, конечно, местами. Так я думал, на липучке, может, крепятся. Нет, без липучки. Не, а почем я вижу, цена есть интересная, просто красивая. И пчела есть даже с крылышками. Что за девочка современная. Ой, какая уточка красивая. Какая прелесть. Кря-кря. Жаль, без пищалки. Вот это классный жук. Секреты долголетия. Да, я считаю, что надо будет куда-то с утра готовить. Ночью готовить, а не вечером готовить. Вечером готовить. Да, будьте здоровы. Что-то не сходит. На 7-го ночи все вообще потерпело. Я сказала так. Тогда Серега, ты сейчас там можешь быть? Где-то я видел такой ребят. Да, ты же слышал, и это да. Понятно, да. Потом раз, ты понял. Да, и то, что она... Да, когда уборка, сука, идет. Любимые собаки. Вот Игнат Крест. Нет случая. Вот мужчина обращается. Игнат Крест. А сколько книга такая? 15. Серьезная цена. Десятка, может пятерка и по рукам. А что надо купить? И булку не куплю. Булку. Давайте, 40 рублей будет сдача. Откуда? Ну, а у меня меньше нет. Сейчас посмотрю, кстати, может в другом кармане. Доброе, не знаю, вот мужчина торгует. Так. Пожалуйста, поместочка в какую? 50 гривен. Слушайте, ну серьезно, пятерка только без сдачи. К сожалению, десятки нет. Ну я мелочь отдаю, все, что есть. Хотите? Давай. На почин. Даже там чуть-чуть больше будет. Два. Вот все, что есть. Ну там 5,50, например. Нормал? Нет, 5,50. Что? 2, 3, 4, 5, 50. Ну, а я сказал десятка. Я говорю, пятерка мелочью только. Или 50. А где пятерка мелочь? 2, 3, 50. А ты говоришь, пятерка мелочь. Еще раз, это 2 рубля. Всего 5,50 сейчас. Если не устраивает, давайте с полтинника сдачу. Вы не видите? Это просто 2 рубля. Это 2 гривны, да. Ну. Я говорю, с 50 дадите сдачу. Ладно, забирай. Все, удачи.
Ну поняли, было бы дал без дачи. Все, что отдал, все, что имелось, все, что есть. Спасибо. Все, хорошая торговля. Красота, здрасте. У вас новинки, да? Новинок полно. Немного. Я смотрю. Смотрю. А куда смотреть? По новинкам. Сколько они стоят? Я не встречал даже таких никогда. Они на ходу, нет? Да, да, заводишь, все, все дают. Да. А тут секунда нет, получается? Я что-то не наблюдал. Или нет. Я просто даже в интернете такие найти не могу. Ага. Да нет, там но разные ее, есть, но вот именно нету там вообще. С львенком, да, я как бы тоже не видел. Сотня. Если подвинетесь, могу забрать. Я вам и так, я за 150, за 100. Да, нормально, отлично. Тогда давайте сдачу. Ну, вот 100. Ну, а там потом отдадите, там любые варианты. Так, и что здесь только нет, да, сейчас мы... Ну, что-то интересное появляется, долго не лежит. Угу. Такая... позвонить, а? Сбросить на Вайбер можно, да? Не, ну так, такого что-то сверхъестественного не было. Ну, в рядовые, да, как бы позиции. А, рядовые. Карты здесь тяжелые, не мать. Да, не, да, это интернет. Что? А, вот этот, да? Симпатичный. Красивый. Сколько он стоит? 100 гривен.